Бывает так, что артист, хороший артист, он живет долго и после своей смерти. И даже не только в своих творениях, в своих песнях. Пожалуй, мало кто сравнится из ушедших великих, талантливых людей искусства с Высоцким по количеству посвящений в его честь. Вот даже перебирая библиотеку, причем это было совершенно непроизвольно, перебирал библиотеку своей редакции авторов, которые у нас работали. Владимир Кондриянин, который, к сожалению, ушедший из жизни, издал в свое время книгу еще в 97 году «Пронизан мир дыхания Марии». И перелистывая это вот после приглашения на этот концерт, натыкаюсь на стихотворение под названием «Памяти Высоцкого». Надрывая голос, сердце, нервы, он последние песни не допел. Но случись, в атаку шел бы первым, жить иначе просто не умел. Раненая песня не сдавалась, к людям шла сквозь тысяч невзгод. Миллионным эхом отзываясь, пел и будет петь ее народ, ну, как бы сегодня. Боли врагов ему хватало, он боролся, пел и рисковал. Жаль, что признают, когда не стало, даже те, кого он презирал. И продолжая тему посвящения, вы, наверное, все слышали замечательную песню, которую буквально через некоторое совершенно небольшое время после его смерти написали его друзья. На стихи Игоря Кохановского Владимир Матецкий написал песню «Больше не встречу». Впервые ее исполнил Александр Барыкин с группой «Карнавал». Вот я попробую тоже. Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. О том сегодня почти невольно вновь я вспомнил наши дни. Те наши дни. Ушел ты утром, ушел рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты словно сон, нелепый сон. Thank you.
А еще сегодня к нам приехал один из самых известных бардов нашего города. Это поэт, автор-исполнитель Сергей Сопель. Приветствую его! Присоединился к многочисленным мероприятиям, которые были посвящены юбилею 80-летию Владимира Семеновича Высоцкого. В области прошло довольно много концертов, посвященных ему и этой замечательной дате. Нас с Володей можно называть, наверное, неким старшим поколением, что мне очень приятно видеть на этой сцене молодых людей, которые поют песни Владимира Семеновича. Это, скорее всего, значит, что песни будут продолжать жить. И после нас, после тех людей, кто увидел Владимира Семеновича еще, слава Богу, в силах и живым, и те, кто его не видел, а только смотрит кинофильмы с его участием, слушает пленки, записи. Вот, это то, что я хотел сказать. А сейчас серьеза было довольно много. Давайте улыбнемся, потому что Владимир Семенович тоже очень любил это дело. Письмо психов в редакцию передачи «Очевидное и невероятное». Дорогая передача. Дорогая передача. Я все время затрудняюсь с продолжением, потому что не знаю, как вообще начать. Дорогая передача, вас сын, будучи не плача, вся канальчикова дача к телевизору рвалась. Вместо того, чтобы поесть, помыться у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорила моя руки краснобай и маламут, провести науки перед тайной бермут. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, а канальчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про наш любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд, кто тарелками пугает, дескать, подлые летают, то у них там собаки лают. То руины, говорят, мы кое-что поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. Мы медикаментом груды унитаз, кто не дурак, вот это жизнь, вермуты, вот террас, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и не было жаклов. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти, вермуть это вот его пругу. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли, но тут нас прибежали санитары и зафиксировали нас, тех, кто был особо боек, прикрепили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенце, и наверное изуверцы, мне вермутор на сердце и вермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свернулись, даже кто безумен был. И так и главврач Маркулис телевизор запретил. Вот он змей в окне маячит, за спиной уж текстиль прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папа, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы ответим нашим чатам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надувник Рудик, у его приемник Рудик. Он его начальник Рудик, ловит контрафэрье. Он там был тупцом по шмуткам и подвинулся рассудком, а к нам прибыл в волнении жутком. И с номерочком на ноге он прибежал, с сомнением крайним сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и страти, весь распался на куски, но двоих безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, прогревают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. А один из их, механик, рассказал, сбежав от нянек, шибернутский многогранник, незакрытый пул земли. И что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся, и щенарики стрелял. Он плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Да он надо не издеваться. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взбился бывший алкоголик, матершинник и кровольник. Надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит, будь он хуч параллели выпит, будь хуч круг медрена ложь. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят о неудачах и нервируют народ. Нас берите обреченных, ведь треугольных тот ученых превратит в умалишенных. Ну а нас, наоборот, хоть безумная затея, не рубайте сгоряча, отвечайте нам скорее. Через док, лаврача, с уважением, да, на подпись, отвечайте нам. А то, если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото». Писать свои тексты, песни и потом воспроизводить их под гитару, проходят через некий период подражательства, что ли. И вот я тоже не лишен этого удовольствия, потому что и много песен Булата Шаловича Куржавы я пел и перепел всего доступного, почти всего доступного в конце 70-х Владимира Семеновича Высоцкого. И уже потом, когда стали активно выпускать его пластинки виниловые, тоже вот появилось больше песен. Но вот был 80-й год, я заканчивал первый курс института и летом написал песенку, да, подражание Владимиру Семеновичу Высоцкому. Но 25 июля 80-го года случилось то, что случилось. И когда я уже пришел на второй курс и друзьям спел эту песню, получилось, что это песня памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Сейчас перед вами стоит 55-летний, уже не очень молодой человек. Вот, но под каждым словом, под каждой строчкой этой песни я подписываюсь до сих пор. Оглянись, ты вошел в лабиринт, самый сложный и путанный в мире. Сделан шаг, и назад путь закрыт. Покорись, упади или встань, и шагай еще шире. Ну, а если ты начал свой путь, не скули и не требуй пощады. В этой жизни нетрудно свернуть, тяжелее идти напролом, разбивая любые преграды. Здесь тупик, ищи выход, найди.
выходи из любых положений, оступайся и падай, вставай и иди, отступи, но потом продолжай бесконечное это движение. Если ноги устанут в пути, быть может, захочется сдаться. Ты иди, ты иди, ты иди, ты иди, ты иди. На последнем дыхании даже тогда, когда сердце готово взорваться. Ты все выдержишь, ты человек. Ни вода, ни скала, ни помеха. А когда для тебя становится время не бег, то пройденный тобой лабиринт вдруг покажется комнатой смеха. Только все это будет потом. А пока в кровь избитые ноги направляешь вперед, не жалея о том, что не шел никогда по протоптанной кем-то дороге, по протоптанной кем-то дороге. Спасибо, Сергей Николаевич. Но какой же поэт без любви? В официальной биографии у Владимира Высоцкого было три жены. Третья – французская актриса Марина Влади, которая многие годы была музой и близким другом поэта. Ей он посвящал и песни, и стихи. И сейчас для вас выступает Наиля Тарантьева. Маринка, слушай, милая Маринка, кровиночка моя и половинка, ведь если разорвать, то рубль за сто, вторая будет совершать не то. Маринка, слушай, милая Маринка, прекрасная, как детская картинка, но кто сейчас ответит, что есть то? Ты, только ты, ты можешь, и никто. Маринка, слушай, милая Маринка, далекая, как в сказке Метелинка. Ты птица моя синяя вдали, вот только жаль ее в раю ночи. Маринка, слушай, милая Маринка, загадочная, как жилище инка. Идем со мной, куда-нибудь идем, не все равно, но мы найдем. Поэт, а слово долго не стареет, сказал: Россия, лето, лорелея, Россия ты. И лето те мечты. Но лорелей нет. Ты — это ты. Отправился за мной, а за ним беда с молвой.
настиг меня нагнал, обнял, на руки поднял, рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, у всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. Красивых любят чаще и прилежнее, веселых любят меньше, но быстрее, и молчаливых любят только реже, но только если любят, то сильнее. Не кричи нежных слов, не кричи, до поры подержи их в неволе. Пусть кричат пароходы в ночи, ну а ты промолчи, помолчи, поспешишь и ищи ветра в поле. Она читает грустные романы, ну пусть сравнит, и ты доверься ей. Ведь появились черные тюльпаны, чтобы казались белые белее. Не кричи нежных слов, не кричи, до поры подержи их в неволе. Пусть поэты кричат и грачи, ну а ты помолчи, промолчи, поспешишь и ищи ветра в поле. Слова бегут, им тесно, ну и что ж, ты никогда не бойся опоздать. Их много слов, но все же, если можешь, скажи, когда не можешь не сказать. Но не кричи этих слов, не кричи, до поры подержи их в неволе. Пусть кричат пароходы в ночи, замолчи, помолчи, промолчи, поспешишь и ищи ветра в поле. Спасали, соглашаясь.
хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял. Не обошляй семейный наш уклад. Не убрана пещера и очаг. Разбаловалась ты в матриархат. Придержи свое мнение. Я глава и мужчина я. Соблюдай отношения первобытно общинные. Там мамонта убьют, поднимут вой. Начнут добычу порву делить. Я не могу весь век сидеть с тобой. Мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне. Смотри еще, не выйди волы к ним. Век каменный, а не видать камней. Мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я. Но дела мои скверные, потому монога. А все твоя проклятая родня. Мой дядя, что сказал кабану, когда был жив, предупреждал меня. Нельзя из людоедов брать жену. Не ссорь меня с общиной. Это ложь, что будто тебе кто-то пристает. Не клевещи на нашу молодежь. Она надежда наша и оплот. Ну что глядишь? Тебя пока не бьют, отдай топор, добром тебя прошу. А шкуры где? Ведь люди засмеют. До трех считай. После укушу. Одна научная загадка, или почему аборигены съели кука. Было такое поверье у аборигенов, что если съесть какую-то часть органа у другого человека, например, там желудок или сердце, то ты приобретешь храбрость, смелость. Если ты, например, обглодаешь левую коленную чашечку своего лучшего друга, то ты будешь лучше бегать. А если ты съешь там глаз, да, другого человека, то будешь лучше видеть. Поэтому, чем больше ты съешь людей, то ты будешь, соответственно, лучше. Не хватавшись за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг, вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне гук. Как кружок, усевшись по азалии, поедом с восхода до зари. Или в этой солнечной Австралии друг от дружку злые дикари. Ну почему абориген съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. Однако есть еще одно предположение, что кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А то, ребята, хватайте кука, кто съели.
всех с пивом, без соли и без лука. Тот с медом сильным будет добрым, вроде кука. Кому-то под руки попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. Обегают теперь, заламывают руки, ломают копья, ломают руки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, переживают, что съели кука. Остроумное, пронзительное и мудрое наследие оставил нам Владимир Семенович. Высоцкий стал легендой, и его биография также наполнилась домыслами и мифами. А между тем, не был Высоцкий и альпинистом. Разве что только однажды, во время съемок фильма «Вертикаль» в 1966 году. Ведь это были не павильонные съемки, и горы вокруг были самые настоящие, кавказские. Из воспоминаний Владимира Семеновича. Атмосфера в горах, особенно среди альпинистов, совсем другая, чем на равнине. Существует какая-то свобода выбора пути. Как идти? Свобода выбора людей, с которыми идти. Понимаете? Никто не остановит, милиция не скажет, здесь нельзя переходить, красный свет, врач не запретит, семья не будет удерживать, что опасно и так далее. Все зависит от тебя. Ты, природа и твои друзья, больше никого нет. Слово «дружба» там, в горах, сохранилось в первозданном смысле. Наверное, в других местах тоже, но в горах особенно. Это не название кафе или клуба или стен газеты. Здесь это слово действительно то, что и должно из себя представлять. Иначе невозможно. Ты с ним в одной связке идешь, и все у него зависит от тебя, а у тебя от него. Я присутствовал при одном случае, когда во время восхождения на пик Вольной Испании группа команды ЦСКА из 5 человек попала под камнепад и одного убила насмерть. Мы помогали спускаться оставшейся группе. 3 суток, пока была непогода и не мог подлететь вертолет, 2 товарищей погибшего стояли на карнизе в 30 сантиметров, привязанные к скале, чтобы помогать спускать тело погибшего друга. Я приглашаю на эту сцену Елену и Антона Одинокова. Для ребят это самое-самое первое выступление. Поддержите их, пожалуйста.
Если парень в горах не ах, если сразу раскис вниз, шаг ступил на ледник и сгрих, оступился и вгрих, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, здесь таких не берут, и тут про таких не поют. Надежда, страна без границ, снег без грязи, долгая жизнь без вранья. Вранье нам не выклюет глаз из глазниц, потому как не водится здесь вранья. Кто не верит в дурные пророчества, снег не лег ни на миг отдохнуть, тем награду за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Но крика никто не слыхал, никто не слыхал. Утро
из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. В ночь на 25 июля 1980 года, на 43-м году жизни, Владимир Высоцкий скончался во сне в своей московской квартире от острой сердечной недостаточности. Последние две строки, которые Владимир Высоцкий написал 11 июня 1980 года, «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед ним». Я приглашаю на сцену клуб авторской песни «Бухта надежды». Где твои 17 лет? В большом каретном. Где твои 17 бед? В большом каретном. А где твой черный пистолет? В большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот, кто ждал жизни, не видал. Нам не бывал. Еще бы! Где твои 17 лет? На большом каретном. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Переименован он теперь. Все теперь по новой вере. Сегодня нет. На большом каретном. Где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 лет? На большом каретном. Где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебе сегодня нет? На большом каретном. На большом каретном. На большом каретном. Антон и Елена Одиноковы, Елизавета Ильинская, Кирилл Акюк, Андрей Миронюк, Евгения Снельникова, Мария Левник, а также театр «Поезд» под руководством Александра Кротова. Спасибо вам, дорогие гости. Приходите к нам снова.